пошел навес в штрафную на дальнюю штангу. Удар и гол. 1-0. Счет открыт в этой игре. Это Ираола. Большущий мастер забивать голы. Вообще, наверное, один из самых забивающих защитников в испанском чемпионате. Он здорово бьет пенальти, он здорово бьет из игры. И вот Ираола забивает первый гол в этой встрече уже на 6-й минуте. Не очень удачно выносит мяч Альваро Негредо, но здесь, конечно, и должны были закрывать, в общем, линию штрафной, конечно же. Должны были успевать игроки Севильи. Ну, в общем, таким коллективной ошибкой воспользовался.